когда работаешь, не поднимая головы, день и ночь напролет. Вдруг в твоей голове появляется решение. Единственно верное. Открывается второе дыхание, вдали уже финишная прямая. Наука заменяет все. Абсолютно все. Появляется ревность. Профессиональная. Но это только начало. Впереди горячие споры и долгие, очень долгие исследования. Ученые тоже люди, но сейчас не время для перерывов. Но какими бы вы ни были, вам не справиться одним. Момент X случается не только в формулах. Сейчас именно он. На тебя смотрят тысячи глаз. Ты защитил проект. Теперь эта подпись решит будущее. Да, ты не ослышался. Будущее. Эй, парень, ты чего? Ты что творишь? Да, теперь точно решит.